Друзья, всем привет, всем доброе утро. Сегодня воскресенье. Я хочу прогуляться. Вроде дома дел полно, надо и убраться, и то, и сё, но в то же время хочется прогуляться что-то по магазинчикам. Хочется посмотреть, что. Какой-то новый ассортимент, может быть. Поеду сейчас в новый торговый центр. Ну, вернее, он развлекательный центр. Так, называется... Ну, София, но только сейчас по-другому. Ой, господи, как они все называются-то? Моя любовь София или как? Нет. А, место встречи София. У меня все про любовь. Ну, весна уже скоро. Уже все про любовь. Так что, кому интересно, едем на шопинг, посмотрим, может быть, что-то примерим. Я сегодня тоже сережечки такие себе надела. Похожу там, помодничаю. Сейчас покажу, как вообще оделась. Не буду шубу одевать, одену куртку. Поэтому сначала хотела куртку прямо на рубашку одеть, потому что все-таки я в машине. Потом решила все-таки, думаю, надену сверху еще такой кардиганчик. Сейчас покажу, как я нарядилась сегодня. В общем, я в смысле-то не нарядилась. Я просто оделась так, как мне удобно будет ходить в магазине, чтобы что-то примерить. Хотя ботинки одела на шнуровке, вот, конечно, если мерить какие-то брюки или джинсы, то ботинки на шнуровке лишний раз развязывать неохота, но, может быть, какую-то верхнюю одежду примерю. Сейчас покажу вам, как я одета. Ну, в общем, вот так. Обычные джинсы синие, темно-синие джинсы, ботинки на шнуровке. Ботинки на шнуровке, я не пойму, почему как-то не очень. Ну-ка, может так? Ну вот, ботиночки на шнуровке и обычные синие джинсы поменяла. Черные свои постирала. Всю зиму проходила практически в этих черных джинсах. Нет, эти тоже надевала, но черные очень удобные, и мне они прям нравятся. Ну, в принципе, эти тоже удобные. Здесь они так мне как раз, все хорошо. Ну, те удобнее. Рубашка на выпуск. Рубашечку покупала в H&M еще давно. И вот как раз хочу поехать, потому что в Софии там вообще должны были уже открыть H&M. Я хочу в H&M съездить, но не знаю. Рубашечка хлопок, прям натуральный, чистый. Она такая, знаете, прям мягкая-мягкая, хорошая-хорошая. Прям обалденная рубашка. Я прям ей... Довольно, но надеваю почему-то очень редко. Вот. Волосы, как видите, отращиваю пока. Пока отращиваю, но уже скоро, может быть, будет каре. Пока ношу так, просто забираю за ушки и вот пока вот так ношу. Вот как бы на работу, вот, то есть укладываю и вот так, все. Иногда делаю хвостик, можно хвостик сделать, ну, в общем, как-то так. Вот, так что, кому интересно, оставайтесь, поехали на шопинг. Я уже в магазине, уже поднялась. Смотрю, открыли Томас Мюнс здесь. Ну вот, Глория Джинс вижу, но пока не вижу. Это что, зона для фото, что ли? Сияй, смотрите, какая. Зона для фото. Пока не вижу H&M, не знаю, открыли, нет. А здесь классно. Это тоже зона для фото. Можно лечь в ванну и сфотографироваться. Ну, какая-то реклама, не знаю. Здесь тоже. Видите? Девчонки фоткаются. Вот она, Глория Джинс. Конти, сеть магазинов нижнего белья. Так. А, ну и все, H&M не открыли. Второй раз сюда приезжаю, H&M закрыт. Жалко, жалко, жалко. В Глория Джинс. Посмотрим. Такой беленький костюмчик. Штанишки сколько стоят? Сейчас посмотрим. 299.
стоят брючки. Внизу на резиночке. И вот такая худи. Так, это уже в бежевом еще цвете есть. И худи стоят 2499. В сиреневом цвете еще. Снизили цены. Кстати, в Glory Jeans можно купить очень даже неплохие вещи. Очень неплохие футболочки тут можно купить симпатичные. Сколько вот такая футболочка стоит? Сейчас посмотрим. Так, 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 так. 1299. А джинсы, если они снизили цены, сколько они стоят? Сейчас посмотрим. По сниженным ценам 2499 джинсики. Ну, тоненькие такие уже на лето, хорошее качество. Так, а здесь что у нас? Футболки, худи, футболки Том и Джерри, носочки, набор. Я пришла в Остин, кругом играет музыка, поэтому снимать практически невозможно. Взяла два пальтишка. Одно вот такое. Они прям тоненькие, осенние, весенние такие, знаете, как плащики. И второй вот еще другой немножко. Хочу примерить, посмотреть вообще, как это смотрится. Стало мне что-то интересно. Тут такая моделька современная, молодежная, можно сказать. Ну, в общем, интересно посмотреть, как они будут сидеть. Сейчас посмотрим, примеряем с вами. Первый образ это, ну вот это плащик такой, он тонкий, прям здесь балони и на тонкой подстежке. Это первое. Это размер Элька. Элька. Так, я так понимаю, он, значит, смотрите, на молнии и на кнопках, и внутри его, я вижу, вот здесь вот проходит какая-то веревочка, по-моему, внутри можно его утянуть. Сейчас сзади как смотрится. Вот видите. Есть капюшон. Так, на молнии капюшончик. Ну, везде такие надписи. В принципе, модель неплохая. Модель неплохая. Так вот, на прохладную погоду, на сырую. Нормально. И интересненькие такие надписи. В общем, мне понравилось. А вам как? Цена этого пальто небольшая, 2999, а стоило 6499, а сейчас стоит, ну, 3000. Сзади тоже, видите, так. Сейчас посмотрим изнутри там что. Да, изнутри вот они, видите, есть затяжечки, можно утянуться. Это черного цвета было, это темно-синего тоже по мере, тоже такой же плащик тонкий, как и этот. Видите, буквально вот тонкая там прослойка и подстежка, подстежки никакой нет. То есть такой, ну, плащик синий, тоже застегивается под горло. Тоже есть капюшон, вот такой капюшончик. Карманы здесь вот такие накладные. Карманы вот, видите, накладные вот такие здесь. И сзади такая веревочка и удлиненная немножко, как бы резиночка такая. И веревочка, видите, такого плана. Темновато, да? То есть вот так. И сзади сейчас, вот сзади, видите. Так тоже вроде неплохо. Вроде неплохо, конечно, тоже такой легкий плащик. Смотрится, в общем, хорошо. И он так сидит хорошо. И ну, комфортно я себя в нем чувствую.
Здесь на рукаве есть вот немножко какая-то надпись небольшая. И больше нет. Он классический, такой темно-синий цвет. Хороший, тоже симпатичный. Тоже стоит 3000. Не то, чтобы я собралась покупать их, нет. Мне просто было интересно посмотреть, как они смотрятся, как они сидят. И вообще, ну, какая-то новая модель такая интересная. Но вроде неплохо сидят. Нет, понравилось. А вам пишите отзывы. Какой больше понравился или вообще ничего не понравилось? В Остине много очень курток. Сейчас пальто 3 равно 2 скидки. Тут всякие тонкие куртки вот такие есть, неплохие. Есть вот такие курточки розовые. Вот это вот с вельветом куртка. Сколько стоит? Но она такая зимняя. 3000 стоила. 4,5. Она такая утепленная. И здесь тоже куртки. По 2499. В общем, в гости немного курточек. Вот черненькая, симпатичная. Дутенькая такая. С капюшончиком тоже. Сколько стоит? 2499. А стоило почти 4. Платье вязаное. Тоже, смотрите, распродажа. 2799. Стоили, а сейчас стоит 999. Но я бы его даже за 999 не купила. Непонятно вообще, что за модель. 999. Вот такой длинный свитер. Но он уже почти скатался. Так, а это что? Немножко другого качества. Тоже такой длинный платье-свитер. Зайдем еще в Фунде. И все, я пойду домой. Что-то я устала. Уже неохота ходить. Есть охота. Тоже куртки. 2000 такая куртка стоит. 2000. Так, а это новая коллекция. Футболки. Какую цену футболки? 699. Ну, качество футболок здесь всегда хорошее. Такой хлопок, прям натуральный, хороший. Зелененькая, желтенькая. В коллекции костюмы какие. Расцветка. Яркая. Такая летняя, да? Платье 1299, а здесь написано 1699. Такое платьице легенькое, кстати, симпатичное платье. Оно по колено примерно длина будет хорошая, но я сейчас мерить даже не буду. Такое платье 1599. Это Фонде магазинчик. Люблю его, нравится. Здесь и мужская, и детская. Пожалуйста, счастье прямо перед вами. Так, это простенькие футболочки такие на каждый день. 449 рублей. Сиреневенькое, розовенькое все. 699 футболки. Свитерочек такой. Ой, приятный. Приятненький такой. Розовенький тоже. 1299. Сиреневые спортивные штанишки. 1799. Внизу. Вот так. Такие вот футболочки без рукавочки. Тут тоже футболки, новая коллекция. На пуговичках.
699. Смотрите, водолазки по 599 стали, а были 1199. Вот водолазку можно и прикупить сейчас. Есть черные. А, они вот так сделаны под горло. Такие кофточки. Водолазок большое количество расцветки. Ну-ка, все расцветки, интересно, в такую цену. Да. И черные есть. А, черные вот как раз 1199. Так, вот маечки тут сколько, интересно, стоят вот эти ХБшные. 399 на лямочках такие маечки. Черные тоже есть. Вот белые футболки простые. 399. Такие тоненькие, прям прелесть. Хорошее качество, отличное. Размеры разные есть. Но самый большой здесь XL. Это Элька. Элька большая. Угу. Померила водолазку вот эту за 599 рублей. Ну, животик торчит, понятное дело. А так цвет мне, по-моему, идет хорошо. Под джинсики 599 и приятная такая на тело. Я еще взяла вот в таком цвете померить. Вот не знаю, сейчас посмотрю. Нормальная такая водолазочка. По цвету хорошо, да, под глаза. Стоила-то она в два раза больше. А сейчас прям хорошо. Приятная. Еще взяла вот такой свитерок померить. Голубенький тоже. Вот в бежевом цвете, смотрите. Мне кажется, голубая все-таки лучше была, да? Чем бежевая. Хотя бежевый тон, конечно, подо все подойдет. Но, в принципе, голубенький тоже подо все. Но я ее буду поддевать вот только под куртку. Так-то я вот весной навряд ли я ее буду носить. Это так поддевать. На работу бегать. Не жалко. Что скажете? Бежевая или голубая? Это тут другой же голубенький, но он подороже. Он такой с рисуночком. Здесь хороший воротник. Не давит, не душит. Но он уже 700... 800, по-моему, рублей стоит. Но он тоже со скидкой, но он покороче, по-моему. Но это самый большой размер, который я нашла, 48-й. А мне бы лучше, конечно, 50-й. Вот он, видите, как смотрится. Вот. Здесь в рукавах прям все обтянуло, мне не нравится. Вот видите, где шов проходит. А было бы на размер побольше, было бы хорошо. Хотя здесь много места. Руки толстые. Буду худеть скоро уже все. Футболки, смотрите, по 399 рублей. Кому надо. Есть даже по 299. Ну, одежды много. Детская тут одежда куча. В общем, сейчас здесь распродажа, так что можно все купить. Платье по 399. Много очень. Вот здесь вот кофты вот эти все я брала. Я вот беру вот эту сиреневую. Ну, как она как голубая и с сиреневым немножко, как будто бы водолазку возьму. Сейчас буду поддевать ее под куртку. Вот. Так что вещей, в общем, много здесь хороших. Можно подобрать. И вот где тут еще вещи? Вот ночные рубашечки, видите, всякие. Здесь очень много. Костюмчики вот такие. Вот 999 маечка. Ну, сейчас вот мало ли кому-то на 8 марта с шортиками. Халатик. Тоже 1799. Такая ночнушечка.
Здесь много ночнушечек разных красивых. Вот тоже хлопок прям натуральный, хорошее качество. Вот такая платьица такое. Смотрите, даже дома можно ходить, да? Не ночнушка, это, наверное, такой домашняя одежда. 799. Здесь можно затянуть его. В общем, хороший магазин. Мне вообще очень нравится. Такие вот футболочки. А, это с пижамки даже. Это не футболочки, это пижамки. 1299. И носки, и мужские вещи. Тут куча всего. Вот это что такое? 300 тоже пижама. Смотрите, какая классная. Ой, мне такие нравятся очень. Штанишки и такая вот футболочка веселенькая. Красиво. Тоже беленькая есть. С шортиками. С кошечками, вот кто любит. 999. Вот такая пижамка стоит. Белая маечка и шортики. Класс. Вот и Элька размер. Ну, да XL-ки здесь обычно. Пойду на кассу. Сансей магазин. Ну, не буду заходить, хотя я люблю этот магазин тоже. В нем же я свое белое пальтишко купила. Здесь польские товары, польские. А здесь, смотрите, движуха какая. Играют. В основном лица кавказской национальности. Играют в теннис. Видите, такая зона игровая. Так, ну ладно, мне надо найти, куда мне выйти. Уже куда мне выйти. В общем, купила я эту водолазку себе голубенькую. Откуда я заходила. По-моему, ниже на этаж надо спуститься. Пойду, у меня машина на парковке. Парковка сейчас здесь бесплатная, слава богу. И поеду домой. Я вообще дико хочу есть, потому что я утром только сейчас попила кофе и съела 2 бутерброда с сыром. Все. Но со следующей недели буквально мне должен прийти скоро заказ один. Ой, упал. Господи. Заказ один интересный. Вот. И хочу сесть на диету. И к весне надо приводить себя немного в порядок. Потому что я на самом деле поправилась сильно. Может быть, на видео так не очень сильно заметно. Но я сильно поправилась, правда. 2 или 3 килограмма, наверное, прибавила. Магазин «Соколов». Так, ну все, я с вами буду прощаться. До новых встреч. Немножко походили с вами по магазинам. Ну, правда, так. Что-то я особо сильного удовольствия не получила. Ну, пойду в следующий раз, потому что H&M хотела, видите, а он здесь не открылся. Поэтому, ладно, ну, купила водолазочку. Ну, и то хорошо. Ну все, до новых встреч. Всем пока.